Добрый день! Сегодня мы расскажем, как подготовиться к игре «Финансы и инвестиции для детей». Первое. Нужно положить игровое поле в центр стола. Второе. Нужно поставить все фишки игроков на клетку «Старт». Третье. Нужно выдать каждому из игроков одну купюру по 5 и 5 купюр по одному. Разложи карточки кредитов, депозитов и пропуска хода в соответствующие ячейки на поле. Найди место на столе и разложи карточки бизнесов по уровням. Выбери того, кто в игре будет банкиром. Именно он будет выдавать вам деньги. Пусть каждый игрок бросит кубик. У кого больше очков, тот ходит первым. Затем нужно передать ход по часовой стрелке. Вот и все, что нужно знать о подготовке к игре.